Три ракурса с Имарой Багировой. Ракурс решает все, утверждают художники, фотографы. Особенно это заметно, когда жизнь представляешь как набор фотографий. Но даже если это касается не изображения на бумаге или полотне, а имеет образное значение, в нашем трехмерном пространстве жизнь более выразительна и осмыслена в разных ракурсах. В проекте радиовещания гостя радиокомпании «Дагестан» «Три ракурса» представляем одно явление или персону с разных точек зрения. Сегодня три вектора направлены на личность народного поэта Дагестана, чье столетие отмечается в этом году, Расула Гамзатова. Литературовед, актер и автор. Голоса из архива. Доктора филологических наук Сиражутдина Хайбулаева, народного артиста России Александра Лазарева и самого поэта. Первое свое поэтическое произведение Расул Гамзатов написал в 11-летнем возрасте в 1934 году. Первый поэтический сборник его «Любовь пламенная и ненависть жгучая» вышла в 1943 году, в годы Отечественной войны. Вот с тех пор Расул Гамзатов последовательно, целенаправленно, плодотворно, с огромной пользой работает в области культуры народов Дагестана, России, работал в бывшем Советском Союзе, и его творческое наследие является целой эпохой в развитии дагестанской художественной культуры. Он создал десятки, сотни произведений различного содержания, различной тематики, различной художественной направленности. Среди них лирические стихотворения, сонеты, элегии, баллады, сатирические и юмористические произведения, книга прозы «Мой Дагестан», литературоведческие, критические, публицистические статьи. Все это подняло дагестанскую литературу на уровень мировой художественной литературной системы. Он не только развил традиции нашей литературы, нашей культуры, но также внес очень много нового в развитие, становление нашей художественной культуры. Его творчество оказало огромное влияние на все области культуры народа Дагестана, на музыку. Более 200 произведений Расула Гамзатова переложены на музыку. На основе его поэмы «Горянка» создан балет. По его произведениям созданы документальные, короткометражные и художественные картины. По его произведениям, по мотивам его произведений созданы памятники, обелиски. Изучение творчества Расула Гамзатова в школах, средних специальных учебных заведениях, вузах республики является очень важным, нужным и ценным процессом, потому что его произведения имеют очень могучий, воспитательный, познавательный, образовательный характер и смысл, и содержание. Его произведения дают обширную картину мира 20 века, представляет нам жизни различных стран, континентов, народов, потому что его произведения посвящены и Кубе, и Мексике, и Индии, и другим странам близким и далеким. И кроме того, произведения его отвечают эстетическим запросам, потребностям человека нашей эпохи, человека нашего времени. Это особенно важно для подрастающего поколения, для того, чтобы они могли читать его произведения, могли насладиться ими, получить от этого художественное эстетическое удовольствие. Стихи Расула Гамзатова читают московские актеры Александр Лазарев и Вадим Маратов. Мой Дагестан, когда я, объездивший множество стран, усталый с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекой тебе полюбился. На гору взошел я, и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил.
немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, в любви тебе редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь, поблекнет сто крат повторенное слово. Если тебе всякий сын этих мест, крича как глашатай, в любви будет клясться, то каменным скалам твоим надоест и слушать, и эхом вдали отзываться. Когда утопал ты в слезах и крови, твои сыновья, говорившие мало, шли на смерть, и клятвой в сыновней любви звучала жестокая песня кинжала. И после, когда затихали бои, тебе, Дагестан мой, в любви настоящей клялись молчаливые дети твои, стучащей киркой и косою звенящей. Веками учил ты всех и меня трудиться и жить не шумливо, но смело. Учил ты, что слово дороже коня, а горцы коней не седлают без дела. И все же, вернувшись к тебе из чужих далеких столиц и болтливых, и лживых, мне трудно молчать, слыша голос твоих поющих потоков и гор горделивых. Эту ночь позабудешь едва ли. На траве, что была голубой, мы вблизи от аула лежали у Максобского моста с тобой. Кони траву щипали на склоне, а луна серебрила холмы, и сведенные в пальцах ладони положили под головы мы. Вдохновенно, как дети лишь могут слушать тех, кто снежком убелен, горные речки мы слушали клёкот, шелест трав, колокольчиков звон. Мир при этом безмолвье венчало. Было все так волшебно вокруг, так прекрасно и так величаво, что восторг охватил меня вдруг. И как горец, приметивший гостя, зажигает все лампы тот час, небо полночи полную горстью одарило созвездиями нас. Я на звезды не мог наглядеться, надышаться от счастья не мог. Показалось, лишь вспомнил я детство, будто теплый подул ветерок. И о родине думал я снова, и по этой причине простой, в мыслях зла не касаясь людского, любовался людской красотой. Думал я, как мы пламенно любим, презирая фальши вранье, добиенья последнего людям посвящается сердце мое. В огне свои черты мы наблюдаем, и сон — таинственность. Во сне мы словно ангелы летаем. Всегда таинственна луна, и в дымном сумраке духана таится капельки вина, таинственность на дне стакана. Во всем таинственность, во всем. Она в любви и милосердии, и мы таинственность
несем в рожденье бытие и смерть. Нам страсть познания сладка, ее подвластный интересу приподнимаем лишь слегка. Таинственности мы завес. Мой аул Цада. В том краю, где я родился, горцы считают, что все пословицы, поговорки, прибаутки вышли из этого маленького аула Цада. Видимо, это так они считают, потому что в этом ауле жил, работал. Там родился Камзат Цадасан, мой отец, мой учитель, мой наставник. Бывало с детства, я этой картины не забуду. Отец взял меня в шубе и рано утром считал свои стихи. Я их запомню до сих пор. Потом я средний сын отца, сам начал стихи писать и как-то робко читал их отцу. Отец сказал, если взять щипцы и париться в этой зале, там можно что-нибудь, какой-то уголок найти, через которого можно было бы прикурить хотя бы одну папиросу. Ранние стихи, свои первые стихи я писал под псевдонимом отца. Цадаса. Но случилось такое, однажды горец, который не знает, что я пишу стихи, а привыкли все время отцовские стихи читать, думал, это отец пишет эти стихи и говорит, слушай, Расул, что с тобой, с твоим отцом случилось? Раньше, когда он писал, все сразу было понятно, доступно. А сейчас вот я несколько раз читаю и ничего не понятно. Чтобы отца не позорить, я стал писать под фамилией именем отца Расул Гамзату. Ну, не знаю, сейчас, если в моих стихах какие-нибудь уголки, которые можно было бы прикурить папиросы, если это есть, я обязан своему отцу Гамзату Садасану.